Сейчас я вам расскажу, откуда очередь на ВОК-заправках начинается. Вот видите, вот это вот машины подъезжают. Вот они вот так вот стоят. Это вторым рядом. Стоят вот так вот. Вот туда вот далеко они заходят. Потом эта правая линия, она уходит за Макдональдс. Потом она там за Макдональдсом разворачивается. Едет обратно, едет. Все вот это вот она проезжает вот так. Вот туда проезжает, и она становится первой линией. И туда вторая линия вот заходит сюда за первой. И потом это все идет первая линия. Вот она идет, вот тут. Продолжается, и тогда уже проходит вот туда вот на заправку. А все это дело занимает, вот человек стоит с 7 утра, а сейчас у нас 15-14, с 7 до, а еще где-то полчаса, где-то до 4, вот с 7 до 4 человек стоит на заправке, у которой есть бензин. Вот так вот мы живем в Киеве.